Не, ну ты прикинь, Маргаритка. Ну, он был единственный такой. Я его любила. Я его очень сильно любила. Он вот так вот со мной обошелся. Я не понимаю, за что. Где я свернула не туда? Где был этот поворот? Что я прошла его, или я не знаю, что я сделала? Ну почему? Почему со мной? Ну где мой любимый шлем? Он был такой красивый. Он был фиолетовый, светящийся. А тут просто бац! Все, его и нет, Маргарита. Ну что ты на это скажешь? Ну ты же мне как подруга была раньше. А сейчас она что, не подруга? Да она молчит, даже подержать меня не может. Ну этот самый шлем мой сломалась. Ну так ты, может, в следующий раз будешь, ну, как-то повнимательнее следить за своими же вещами. В предыдущей серии вот подписчики заспамили все комментарии, когда я взял, выстрелил из лука в Катю, у нас на глазах просто сломался незеритовый шлем. Незеритовый. А ты, мать, даже не видела то, что он у тебя почти уже на исходе и вот-вот сломается? Это ты мне его сломал, собака! Ну, иди сюда! Так может, подожди, так может тебе нужно было за ним следить? Не я же твой шлем сломал, а ты проглядела! Ты его не починила! Стой там, не заходи внутрь! Стой там, не заходи внутрь! Кать, тебе сюда нельзя! Это где? А, о, я тебя потеряла! Привет! Короче, нет! Ты, короче, мне должен теперь этот шлем новый. Алло. Они за меня заступаются! Они сейчас! Фаста! Николай, Елизавета вторая, давайте, бейте ее, бейте! Вы гоните, что ли, лисы? Вы совсем с ума сошли? Вы че меня? Подожди, они меня могут убить, мне просто интересно. Это как? Сейчас я не понимаю. Ты... Потому что ты руку подняла не на того, на кого... Картосик был убит, Николай. И уснули. И просто моментально уснули у меня на глазах. Так, я мимо них пройду. Вот это, чтобы их не будить. Вот так спите, детишки мои. Слушай, с этого момента я вас люблю еще больше в два раза. Как это так возможно? Я не знал то, что лисы могут защищать. Кто знал? Я не знал. Ты где? Да все! Шлем, верни шлем! Да какой шлем? Подожди, вот сейчас еще. Чебура... Да я... Да вы угораете надо мной, что ли? А он мне шлем сломал, вы! Пипец, ребята! Фас! Ну ты поняла? Ты поняла, кто здесь вот это главный в доме? На кого руку ты тут вообще поднимаешь? Так, сидеть, баба Чебурака. Сидеть, Чебурак, все, сиди так на месте. А так. Кто меня-то тогда в этой жизни защитит? А, ну, Маргаритка, лошадь твоя тогда получается. Герман меня защитит. Где он, кстати? Герман у нас дома до сих пор тусуется. Наверное, насрал уже на диван, как я сказал в предыдущей серии. Так, все, сидите здесь, никуда не уходите. Слушай, Кать, ну так, ну не расстраивайся ты. Ну мы прямо сейчас можем пойти скрафтить тебе шлем в эту же секунду. Я тебе обещаю, Кать. Где Герман? Какой Герман? Ты же его на диване оставил. Ну я его оставил на диване. Но он, походу, насрал и испугался, на второй этаж туда побежал. Германюсюсечка, мой маленький. Он, короче, на твоей кровати спит. А, ну, уже проснулся. Все, вот это забери его, а то сейчас на мою кровать еще насрет. Да не насрет, он такой бусинку спрятался тут. Ну ладно, хорошо, пусть он тут тусит еще. Иди сюда за мной, Кать. Я тебе обещаю, чтобы ты больше вот сейчас в жизни не грустила, мы прямо сейчас пойдем и прямо сейчас в эту же секунду скрафтим тебе новый. Бое вот этот отремонтированный на максимум новенький незритовый вот этот член, шлем. Вот сюда, зайди ко мне. Так, где она у меня находится? Вот здесь она у меня находится. Так, вот и незеритовый алом. Ага, хорошо. Сундучка просто берем какой-то шлем. Ну давай-ка, защита, починка, подводное дыхание. Нифига себе, какой шлем. Вот смотри, Кать. Потом возьмем немножко вот это золотых свитков. Вот так, потом еще два. Вот так, все, вот пять получается. Ага, все нормально. Так, смотри, сейчас берем, это соединяем. Вот так, шлем берем, тебе выбрасываем. У тебя сейчас шлем еще в два раза лучше, чем был тогда, Кать. Погоди, ты так быстро мне сделал шлем? Защита 3, починка... Нифига себе, ну спасибо большое, спасибо! Ну все, больше... Хотя ты мне его сломал, что я тебе спасибо говорю? Я тебе не сломал, в следующий раз просто больше внимательнее следить за своими вещами. Все, иди туда, Герману, не отвлекай меня. А я пока себе сделаю алмазный меч, вот так делаем незеритовый меч. Вот ты смотри какой, пу, пу, пу!
в сторону, в сторону. Так, потом еще можно сделать алмазный топор. Берем алмазный топор сюда, потом незрит добавляем. Ты смотри, незритовый топор. Так, сейчас еще лопата. Я что-то не понимаю. Отойди, отойди отсюда, я что-то не поняла, откуда? Ты мне сделал только что шлем. По идее, у тебя должны были закончиться там ресурсы, их же мало у нас. Откуда у тебя топор, меч? Может, еще кирка есть или мотыга незритовая? Ну, у меня есть незритовая кирка, незритовый меч и незритовый топор. Вот, еще даже два незрита у меня осталось. Так, чтобы... Ты берега попутал, что ли? Я не могу понять. Откуда у тебя столько незритового лома? Ну, потому что на стримы надо мои ходить, у меня, если ты не знала, меч убери, убери, меч, у меня стримы каждый вторник, четверг и субботу в 7:30 вечера. И на предыдущем стриме я конкурс устраивал, мне подписчики 21 незерит добыли, 21, а я им за это вот эту пиццу купил, все, вот это отойди, я себе лопату сделаю незеритую, хотя... Нафига тебе лопата, ты лопух, блин, ты лучше мне меч сделай, ну совсем оборзел, подписчики ему там копают, а ты мне даже меч не можешь сделать какой-то, тьфу! А-а-а, ну да, кстати, зачем мне лопата? Ну так ты сюда вернись, выкинь мне кирку, выкинь мне меч, я тебе сейчас сделаю! Нет, это ты мне сейчас выкинь весь незритовый лом, я сама все сделаю, я тебе не доверяю. Давай сюда, кидай быстренько на бочку, быстро. Все, все, на, иди делай, я просто здесь постою, просто посмотрю. Ты главное не перепутай, кирку сделай и вот это, и меч себе сделай. Так, мы берем кирку, ставим это сюда, готово, значит, вот так, вот так, вот так. Ну все. Работает огонек-то, работает? Да успокойся, ты хватит меня бить уже. Так, а кирку покажи, покажи кирку. Да, все нормально там с киркой. Так, мы сейчас фулл сет, как это говорится, там вот так вот. И оп, вот так вот. О-о-о, ну ты вся такая фиолетовенькая, Екатерина. Да, разработчики просто знают, что Катя Крафт любит фиолетовый. Ну спасибо хотя бы скажи за три незерита, а? Спасибо подписчикам, что накопали мне вот на меч и на кирку. Да пожалуйста, пожалуйста, мне это ты спасибо в этой жизни никогда не скажешь. Ну все, до свидания. Я пошел домой, пересплю. Сам с собой пересплю. Все, а ты в дом мой не заходи тогда, получается. И пересплю я на твоей кровати, на розовой. Вот так вот. Алло, нет, слезь, ну-ка слезь с моей кровати, быстро. Ну ты не боись. Ты к нам сюда подойди, ну мы ж тебя не обидим. Ну, вылези ты из этой бошки крипера, ну никто ж тебя здесь не съест. Катя, скажи ему, что-то он, походу, испугался нас. Ну ты не думаешь, что мы тебя бросим там, я не знаю, оставим на производство, мы тебе дом построим, коттедж, пентхаус, да? Настоящий дом, хоть ты пока и один, но мы потом тебе тёлочку приведем, чтобы у каждой твари и по паре, как бы, у каждого нашего животного будет жена или муж. Вот, мы тебя берем вот так, Герман Третий, и за нами давай, сюда, слезай с этой башки крипера, мы тебя не обидим, иди сюда, давай, молодец. Знаете, жареную баранину. Он не ест баранину, он кушает вот эту тресочку. Ну ты за нами пойдешь сюда, не пойдешь, Катин, забился там в углу, толкни его, пожалуйста. Я не буду кисочку толкать, вот это самое, ну пойди, пожалуйста, с нами, Герман Третий, ну позялюсь-то. Сейчас мы тебе построим домичек, главное найти еще вот то место, где мы тебе его построим, потому что мы с Катей еще пока что не придумали, ну ты не переживай, уже в конце этой серии ты будешь находиться вот это, в уютном своем жилище, главное на чебурека и на бабу чебурака вот это не посматривай, а то они тебя... Да, они злые очень. Так, ну пока вот это, будешь вот тут тусоваться возле нашего Филиппа, кстати, мы про писа забыли, то что зимний писец живет на песке. Ну, мы к нему потом как-нибудь вернемся. Главное, чтобы они сейчас друг друга не кокнули, ага. Ага, вы это друг на друга не смотрите, друг друга не кокайте. Так, все, пускай он тусуется здесь. Слушай, у тебя есть какие-то идеи, где можно ему забабахать домище, а? Пока что нет, а у тебя? Ну, учитывая, что как бы это животное дикое, это все же оцелот, его приручить даже нельзя. Мне кажется, его где-то вообще под землей закопать надо, и чтобы он там тусовался, а? Может, мы его спустим в этот наш бункер подземный? А давай я тебя сейчас закопаю куда-нибудь под землю или в бункер засуну, ага? Ну, ладно, хорошо, идея, конечно, не лучшая. Ну, тогда давай ты предлагай. Слушай, ну подожди, Герман же, это же семейство кошачьих. У нас вот кошки уже здесь есть. Может быть, рядышком просто построить, и у нас кошки будут все в одном месте. Ну,
идея-то на самом деле неплохая. Тут кошки, там кошки. Ну тут же железно-железно-железно-железно-дорожное-железно. Вот эта дорога у нас идет. Как мы тут дом построим, если тут у нас поезда ездят? Слушай, вот железную дорогу перенести вообще не проблема. Берешь вот так вот, здесь рубишь, и ты вот так вот обходишь вот так стороной, и все нормально. Поэтому строим вот прям вот здесь. Так может проще дом перенести, а не железно-железно-дорожную-железу вот это передвигать? Нет, вообще нифига не проще. Тут пару блоков туда, пару блоков налево, наверх, направо, и все готово. Все, я тебя понял, хорошо, без разговоров. Прямо сейчас ноги в руки берешь, притаскиваешь мне дубовые листья, дубовые доски, дубовые тропические деревья, потом мне притаскиваешь полублочные еловые доски, полностью еловые огромные доски дубы, потом мне притаскиваешь немножко вот это забора, парочку фонарей, притаскиваешь мне лестницу, дубовую еловую лестницу притаскиваешь, и в принципе все, захочешь там притащи, хорошо? Че говоришь? Склад не там находится, склад в другой стороне находится. Ты не на склад побежала, Кать. Я в джакузи поплаваю. Опять придется все самому строить. Ладно. А, значит так, дом должен быть, во-первых, широким, но узким. А, большим, но маленьким одновременно. И вот чтобы, вот знаешь, ну вот примерно вот он как бы широко-длинно-узкий в длину, но широко-высотный в длину. Вот, он чтобы зеленый был обязательно, очень много зелени, чтобы вот зеленый был. Зеленый с зеленью, с вправлениями красного цвета. Ну, чтобы, знаешь, дизайнерское решение какое-то все равно присутствовало. Вот. Значит, примерно показываю размеры вот отсюда, примерно до сюда, чтобы он мог вообще там спокойно расположить. Вот так, примерно здесь. Ну, можно еще цветочки там внутри посадить. Можно, в принципе, сделать пол из дубовых досок, но это не принципиально. А, крыша, чтобы была каменная. А, что еще? Лестница. Это должна быть лестница, как бы у котов лапки. Они не могут. Это всем известный факт. Ты заткнешься! А че? Я сейчас вот это все сам симпровизирую. Не переживай, просто там стой и наблюдай. Сейчас 10 минут и весь дом будет готов, хорошо? Ну, симпровизируй, хорошо. Но только если мне не понравится, будешь переделывать. Ага, конечно, как и обычно, все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо, потом здесь три, четыре, пять, шесть, семь. Ты если не помогаешь, хотя бы не вот это не мешай. Так, 7 на 7 блоков, такой дом нормально будет для Германа? Или мне кажется, нет, это слишком огромный, не? Нормально, нормально, я контролирую процесс, чтоб ты тут ничего не накосячил. Да я не накосячу, не переживай. Вот так, на, держи блоки, держи половину блоков, вот это, дубовые бревна, вот это, поставь снизу, хорошо? Чё говоришь? Я чё-то это, а куда блоки? Пропали блоки, утонули блоки, ой, вот это незадача. Ныряй тогда за ними! Дерево должно всплыть, я подожду. Ой, помощник мне на душу свалился. Просто ладно, продолжаем. Сюда, сюда, вот так и вот так. Ты главное, ну хотя бы запоминай на следующий раз, хорошо, Кать? На следующий раз, чтобы для второго Германа такой же дом построить? Ну нет, ну если вдруг мы еще какой-то дом будем строить, то ты запомнила. Надо вот такие вот арочки, вот точно такие сделать по вот это по всему дому. С четырех сторон. Если хочешь, можешь мне помочь. Не хочу. Ага, ну хорошо. Зато честно. Ну, зато честно, да. Так, ну что-то зеленушки не хватает. Зеленушечки надо добавить. Прям листиков побольше наверх на крышу, да. Сейчас все будет, ты не переживай. Я пока только вот это в голове представляю, как эта постройка будет выглядеть. Сначала сейчас я вот эти подмостки взял. Вот так навалим сюда наверх. Сначала вот здесь нужно сделать вот такой вот небольшой крест. Вот так. А уже на вот этом кресте... Нужно взять дубовые листья и вот так запиндюкать. Сейчас тебе, Катюха, будет много зеленушечки и всего остального, не переживанькой. Ой, убивают! Ну, убивают! Ну убей его, кто тебя там убивает! Ну этот трезубец меня убивает, а ну иди сюда! Трезубец? Да, если, вот он... Если тебе сейчас выпадет трезубец, то я не знаю, что я сделаю, женюсь на тебе завтра! Ой-ой-ой-ой, сейчас посмотрим. Так, с него выпало что-то. Но это был не трезубец. Золото! Ну, как бы в любом случае, это же шутка была, а не правда. Пронесло. Аккуратно. Вот так, на шифтике, чтобы не свалиться. Аккуратненько вот это подмостки ломаем. С другой стороны делаем то же самое. Я все могу, я все умею. Вот решила помочь тебе, а чё? Ой, спасибо большое за такую помощь. Так, а сейчас нужно сюда заборчики поставить.
и фонарчики на них повесить, чтобы здесь всякая нечисть ночью не спавнилась. Все верно, Катя? Да, чтобы моего германюшечку никто не утащил. Там ни всякие, ни пауки, ни скелеты. И тук-тук. Пау. Тук-тук. Па. И здесь тык-тык. Ой, не туда. Тук-тук. Тук. Чпуньк. Это сломаем. Это поставим, фонарчик запиндюлим, калитку сюда поставим, примерно вот так, на улицу выйдем, сюда подойдем, со стороны посмотрим, и более-менее весь дом уже готов. Конечно, надо еще сделать так, чтобы он на воде не плавал, колонны простроить, все простроить, и вот так, Кать, вот так он будет выглядеть со стороны. Я думаю, что Герману, безусловно, понравится. Он там что-то Педро немножко зашевелился, думаю, ему тоже нравится. Да, Педро всегда все нравится, только он орет что-то как бешеный. Помаленьку, потихоньку, смотри на вот это новое чудо природы в нашем городе. Екатерина Нубасосовна, представьте, пожалуйста, Герману Третьему, что мы вот это сегодня построили. А, Германишечка, мой любимый сыночек, мой хороший котик, смотри, что мы построили для тебя. Просто вот пройдись по этому шикарнейшему мостику, заходи в свои апартаменты, ну, скорее. Ну, да, давай, Герман, мы с тобой начнем и закончим тем, то, что не мы с тобой построили, а я построил. И ты всего лишь пару блоков здесь поставила. Так, я давай... забор ставила. Ну и чё, забор как бы не весь дом. Так, иди помоги Герману сюда залезть, он не может сам залезть, вот беспомощный котик, давай. Ну, Герман, он поплавать решил. Это закрыть, чтобы Герман не убежал, и присобачить его куда-то вот сюда. Всё, Герман, твой дом готов. А, Герман, пару напутствий тебе на будущее. Смотри, тут рядом твои соседи. Они тоже кошки, ну, чуть поменьше кошки, чем ты, кошка. Ну, в смысле, они кошки, прям кошки, а ты, ну, не почти кошка. Ну, в общем, они дружелюбные, ты с ними не ругайся. А, подружитесь, в общем. Ну, и вот тебе для дизайна вот гриб. Я думаю, тебе прям зайдет. Ему зашло. А если он ее сожрет, вот этот гриб адский? Я тебя умоляю, ничего он не сожрет. Вот я ему это, баранину дам. Он сожрет, траванется и сдохнет, и будет потом у нас Герман Четвертый. Я тебя предупреждаю. Да я тебе отвечаю, ничего не будет. Ну смотри мне, Герман, если сожрет гриб, мы тебя хоронить не будем. Хотя, ну придется как бы. И жареной курицы тебе еще. Да не ест он курицу и мясо, ты ему тресочку и лососик притащи. Так, ну тресочку держи, вот всю тресочку тебе отдам. Короче, сиди и голодай, вот этот продуктами перебирает. Все, Герман, хорошего тебе новоселья, там не... Вот здесь срать можешь, на диван наш не надо, ага. Все, пока, Герман. Ох уж эти оцелоты. Срут везде, где попало, да, Катя? Да я как бы, знаешь, чтобы ты не замечала, чтобы он куда-то насрал. А вот я замечал.